добудем угольку. Кроме угля в игре есть еще топливо плутоний, ураний. Уран, конечно же, они будут ураний. Но дофига радиоактивного топлива, которое эффективнее обычного. Я не знаю, как они в печке сжигают уран. Но это забавно. Все-таки это ж космический век. Что нам дальше нужно? Нам нужен campfire, по-моему. Wood platform. Неплохо, неплохо. А что для нее нужно? Логи обычные. Ну, сделаем давайте штучек 5 где-то. И поставим вместо вот этих вот обычных платформочек. Или же даже вместо морковки. Что ты за урод такой? Что ты тут делаешь, а? Ты вот сейчас же на меня нападешь, я знаю. Самурай хреном. Гляньте на этого урода, который ходит по моей земле. Я тут, знаете ли, робот такой. Ух, ни хрена себе. Меня сейчас убьют еще. Он так ничему и не научился. Но самое обидное, что мы потеряли кучу хпшек. Так вот, для того, чтобы уроды не запирались, скорее всего, нам придется и ставить эти платформочки. Вот так. Пробелом вниз опускаться. Вниз и пробел вот так вот. Типа спрыгнуть вниз. Дальше что у нас по крафту? Дальше у нас по крафту campfire. Но вообще нам сказали это. Применим бандаж. Нам сказали там еду добыть. Но я не знаю, как ее добывать. Можно так просто сделать бандаж. Вот мы немножко поправили здоровье. Можно также поправлять здоровье в разных палатках. Но меня это не интересует. Меня больше интересуют вот такие вот чуваки, которые меня мочат. Да ну блин. Какой-то глюк. Да блин, чё ж вы все такие враждебные? Я пошел от вас. Слава богу, у меня бандажей много. Ням. Буду кушать эти хилки тоннами просто. Надо пойти в тот, короче, ядовитый биом и набрать там этих хилок. Тут вообще лук, наверное, не нужен. Потому как он бесполезен просто. Интересно, а рыбку можно добыть там? Ее мечом зарубать. Еще один баран. Баран. Ну вот баран. Да ну что же это такое? Что за бесполезное оружие этот лук?
Я просто хочу из них что-нибудь натыпать. Из этих чуваков. Но они ж бараны. Ай, блин. И как вы предлагаете их бить? Фигня какая. Но здесь я понимаю лучше. Хотя нет, нам нужно медь. Давайте медь. А. Камень нам нужен также. И медь нужна. Все нужно. Все равно, если мы погибнем, то мы возродимся на корабле. Что также преимущество по сравнению с обычными песочницами. То есть обычно мы возрождаемся где-нибудь на кровати, а в случае с Террарией, например, я когда умирал от гоблинов, когда гоблины нападают, в общем, возрождаешься там же, где эти сраные гоблины бегают у тебя по дому. И все, то есть попка тебе настает. Так вот, мы закрылись, можем проэкспериментировать фонариком. Давай, уже делай. Все-таки довольно скучная игра, этот дезинтегратор, он просто ужасен. Ладно, потом вернемся, сейчас я докопаю уже. Теперь еще дерево копать. Захаваем хилку и побежим дальше. Да, вот этот маленький Флаффи сраный. Вот как я мясо с вас добуду, вот скажите, если вы бегаете и убиваете меня. Как мне с вас мясо добывать, а? Здесь вообще хрен пройдешь. Я вот не знаю, оно в эту сторону упадет или в другую. Только не в эту. Вот это вот дерево мне нравится. Из него хилок много получается. Забыл. Вот, гляньте, сколько хилок. Просто бешеное количество. Сейчас все нарубим и будем уже как-нибудь выживать. Бандажи, бандажи. Вы меня очаровали. Как вас крафтить узнал. И все, и теперь рублю только эти деревья. И, пожалуй, прогуляемся в это длинное подземелье. Ай! Блин! Все хилки я сожрал. Теперь что нам? Троечку фонарик? Только там может быть эта гадость. Все время я эскейпом. И. Запомни, чувак. И. Это то, что тебе нужно. Никакого эскейпа. Только хардкор. О, у нас есть мясо. Теперь нам его нужно будет зажарить. Пока мы не умерли. От голода. Дам. Дам.
Что мы еще там скрафтить можем? Давайте побольше. Десяточек. Замечательно. Десяток бандажей. У нас есть факелы. О, хорошо освещают. У-у-у, там их много. Но я вас не боюсь. Вы мясные чудища. А вы рыбки мясные? Что-то из них ничего не выпало. Фух, ну раз мы уже тут, давайте разрушим злые козни. А, уголь. Мы под водой. А, вот. Появилось количество кислорода, запас его. Ну ладно, вернемся позже. Это опять же, этот мир от нас никуда не денется. Вот от нас уже требуют, чтобы мы похавали. Но я в этом не вижу смысла, если еда не зажарена. Красивый пейзаж. Дело в том, что наша планета — это Луна другой планеты. Побольше. Ой, ненавижу это все. Какой-то единорог сраный. Ночной единорог. О, мой домик. Чу-чу-чу. Такой Харлем Шейк нафиг. Новый тип Харлем Шейка. Да. Нам нужен костер, да? Поэтому мы... Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Все. Теперь мы крафтим. Крафтим-крафтим. Крафтим кэмпфайр. Выбираем семерочка его. Ставим. Он нас хорошенько греет. Теперь правой или левой. А, Е. Вот так вот, Е. О, Е, наконец-то мы не будем голодными. Кук. Замечательно, нам теперь нужно скрафтить печку. Но сначала мы покушаем это чудесное мясо. Ням-ням. Только не говори, что ты еще жрать хочешь. Ну ладно, брюкву. Не кукается. Нет, не кукается. Это что, какие-то семена, да? Опасная для людей, замечательно. Я вот не понимаю, мы играем роботом, а зачем роботу кушать вообще? У него какой-то биохимический реактор там, что ли, в башке. Что мы еще теперь можем скрафтить? Что-нибудь можем интересное такое? Ничего мы не можем скрафтить. А печку, что ли, тоже не можем? Почитаем вот эту вот всю штуку.
Furnace. Теперь, по идее, она должна быть доступна. Нет, нифига не доступна она. А ну-ка, вот это вот, Climbing Rope. Нужно железо и что-то еще. Ладно, это не так важно. Почему я кровать не могу изготовить? Вот что меня волнует. Ее что, на печке изготавливают? Какой все-таки ужас. Хоть бы кирку какую-нибудь мне дали бы. Ну давайте что ли печку. Так блин, как я печку буду готовить? А, возможно, Е на верстаке. Вот оно что. Я же говорю, я не все знаю. Что за саппорт? Двери появились. Замечательно. Ха. Вот сейчас мы себе и эту сделаем. Эту не будем делать. Железная кровать. Она что, лучше восстанавливает что-нибудь? Пиксели. Может, скрафтим кирпичей? Пригодятся. Вот, Stone Furnace. Что для нее нужно? Cobblestone как раз. А, стоп. А мы брики скрафтили из него. Мы дураки. Я точнее. Они, заразы, меня окружили. Засранцы. Вот бы ты до меня не добрался. Лук это против них как... Как мертвому припарка. Да, и поздравляю, это первая смерть. Но зато я могу вам показать возрождение нашего персонажа. Смерть в попытке добыть мясо при помощи лука. Лук просто отстой. Е. О, в этот раз не вылетело, замечательно. То, что игра перестала вылетать, это меня радует. Так как это уже прогресс. Ну и зато нам теперь не надо кушать. А вот эту обезьяну надо убить. Это мини-босс. У меня будет много пикселей, если я его убью. Где тут этот чувак, который меня убил? Я ж тебе отвечу взаимностью. А, вот эти вот чуваки маленькие. С них мясо надо падать. Сколько пикселей. Ч
Чё-то я чую, что вот тот чувак наверху нас не будет рад видеть. Двое их там. Их там двое? Больше ни одного.